Всем привет! У нас сегодня уже... Ты уже поставила карту? Пятница, да. Это я сейчас снимаю на новую камеру. Никто только что выспался. Отвезла. При чем тут выспался? Я поэтому такие все. Да. Ну ты прогулялась, ты веселая, да? Я ехала, Слава, туда и обратно, чуть не уснула. Прокатилась. Да. Отвезла только что замыля Льюиса, а Слава отвез Леона, потому что в одно время у них школа начинается, но в разных местах школа. И вот я уже отвезла. Вот. И сейчас у нас сегодня пятница, а пятница у меня это день уборки. И вот я сейчас буду убираться генеральную уборку делать. Вон еще детские эти, они сегодня тоже в зале спали, на полу, на матрасах, они это очень любят. Так что предстоит мне, вот я хочу сейчас, время у нас 8 часов, 8.05. Славе сегодня на работу, вторую смену, ну как он, всю неделю так. И мне надо будет сейчас, я хочу успеть в 12.55, мне надо детей забирать со школы. Я хочу обязательно успеть убраться до того времени. Не я, а мы, да, Слава? Вместе уберемся сейчас генерально. На улице очень холодно сегодня. Утром было 9 градусов, вот сейчас 10. 1 градус поднялось. Когда я поехала детей отвозить, было 9 градусов. Я им теплые свитера одела, дала. И эти курточки они одели, школу с собой. Курточки надели. Я это никогда не выучу, наверное. Надели. Вот. И потом заберу их, и все. И уже выходные. 3 дня школы, уже выходные. Мне завтра, правда, еще на работу с 6 до 10. И на следующей неделе, Слава, опять он мне субботу влепил. Я ему завтра скажу. Завтра я его увижу. Он с 9 придет. А я... увижу его, короче, ему скажу. Он мне пообещал, когда новенькие придут, что я не буду каждую субботу работать. И теперь опять начинается каждая суббота. Понедельник, четверг, суббота. Так что вот такие дела. Будем упираться. Потом надо еще обед приготовить, подумать, что. И все, и выходные. У меня завтра начнутся выходные с 10 утра. Вот уже совсем не так трясется на вот этой камере, как на телефоне, Слава. Совсем. В общем, написано, что можно 2 камерами записывать. Слава сидит, разбирается. Можно 2 камерами читает. Записывать. Не одной камерой, а значит вторую нужно. Можно как-то подключить. Что, вторую поедем купить? Нет, я думаю, может быть, смартфон, может быть. Да. Надо еще разобраться, Слава, разберись там через Wi-Fi. Я его вчера соединила с телефоном, а что дальше, я не знаю. Ну, соединенный, и что потом? Короче, нам еще много надо разбираться. Слава хоть читает, у меня всегда так. Я абсолютно не люблю, когда что-то покупаем, я так все тык-тык-тык-тык-тык проверяю. У меня терпения не хватает сидеть и изучать вот такую вот книжку, читать там все. Ну, в общем, даже не знала, как зарядить батарею. Да, там три разные... Куда втыкай. Три разных кабеля было. Если не читаешь, тыкаешь везде во все дырки. Так мы и сделали. Так мы сделали. Мы сначала воткнули не тот кабель, потом думали, что-то не заряжается, значит, это для чего-то другого. Потом посмотрели, все-таки открыли книжку. Ну, вчера у нас времени мало было. Мы приехали, мне надо было сразу же за детьми ехать, и камеру надо было, и вот хотели заряжать. Вот, и потом второй кабель подошел, короче, зарядили. Ладно, все, буду много болтать, надо делами заниматься. Все, потом переключимся. Всем пока-пока. Переключимся потом. У нас уже время... сколько время? 7:10. Да, 7:10. Вечера. И я только-только сейчас закончила с уборкой. Это только один этаж. Ну, не считая, конечно. Короче, я сегодня, когда снимала, я сказала, все, начинаем убираться. Но нифига мы не начали. Надо было искать, у нас один этот пропал. Как его?
Телевизор. Не телевизор, а... Короче. Как он называется, блин, забыла. Blu-ray. Плеер надо было вот этот вот... Как он... Ну, чем управлять вот эта штука, блин? Потеряли. Не могли никак найти. Слава, искали. И я, короче, все-таки нашла. Это уже было время 11 часов, 2,5 часа. Мы уже там что только не придумывали. Он посмотрел, думал уже новую покупать. А он 100 евро стоит. Короче, это... Я говорю, нет, я сейчас все перерою, но я найду. И нашла. Потом, конечно, я успела только зал убрать. Все вытереть, полы. Ну, мы очень, я очень-очень тщательно сегодня убиралась. Прям генерально-генерально. И это... Отодвигали диван, короче, все-все-все. Успела еле-еле, то полы не успела помыть еще в зале. Убралась. Бегом, Слава сам себе тут отварил пельмени, поел, потому что ему на работу надо было уже ехать. И я с ним быстро-быстро 2-3 штучки закинула и поехала за детьми. И вот там у меня задержалась опять. Детей старших забрала. Потом мы заехали в Реал магазин, но там очень быстро мы были это готовы. Потом поехали за Леоном сразу же, его вообще в 3 надо забирать. Но я думаю, а сегодня пятница, заеду пораньше, попробую. И скажут, нет, так не все равно мы там мимо проезжали с детьми. А так думала, все, за один раз я их заберу, не надо теперь старших привозить, потом за Леоном ехать отдельно. Думаю, попробуем. Послала Замуэля, осталась в машине, послала Замуэля. За Леоном, он привел его, короче, можно было уже ему идти. Это было время 5 минут третьего, что ли, или 10 минут третьего. Короче, уже можно было его забирать, собрала. Заехали в Нету магазин, потому что кошка мяукает. И дети, короче, Слава говорит, она явно голодная. Вот я этого понять не могу. Я, наверное, схожу и спрошу, они вообще ее кормят или нет. Короче, заехали мы в магазин Нету, это тоже на обратном пути, все по пути было, детей, потом Леона, потом Нету. Запарковалась я, детей послал, дала им деньги, не хотела заходить туда, потому что зайдешь, там с одним поговорить, ну, короче, время немного уходит. Я говорю, идите, дала им деньги, купите корм и сразу в машину. Они пошли, пока туда пошли. Я это в YouTube зашла посмотреть там видео. И смотрю в окошке, так в зеркале, смотрю, мужчина такой, полусогнутый вот так вот. И потом, как будто мне показалось, он нагнулся что-то взять. Ну, я дальше в YouTube смотрю, это подбегает там мужик и кричит, Кранкенваген, это, скорую вызывайте. Прямо вот сзади моей машины, вот если бы никто не подошел, и дети бы увидели, когда в машину пришли, конечно. Короче, этот мужчина упал, у него, видать, эпилептический шок был, потому что он был очень... Я-то его не трогала, но эти, которые... мужчина, который подбежал к нему, и там женщина... Ну, короче, там народу сразу собралось, вызвали скорую, скорая тоже пока приехала, но они быстро вообще приехали. Он так сопротивлялся весь, ну, видно было, и, видать, он упал на лицо, у него кровь была на лице, короче... Паника, шок там был такой. Дети особенно вышли, они вообще... Замуэль аппетит пропал, говорит. Я после этого, мне надо, говорит, с себя прийти. Я не могу, говорит, такое видеть. И они это все видели тоже, как он там лежал, как его поднимали. Не, они его не поднимали, не хотели поднимать. Ну и нельзя, по-моему, даже поднимать. Он лежал. Потом он начал вставать, этот мужчина. Говорить ничего не может. И куда-то тянется. И, короче... И они его, 3 или 4 мужчины его держали, чтобы он встал потом. Потом вытащили быстро, принесли стул его посадить. Только посадили, он опять встал, опять вот так вот это полусогнутый, вот так стоит. И, ну, я не знаю, это у него были судороги или что, я не знаю. Короче, скорая приехала, положили его на эту, на их, ну, не знаю, как это по-русски называется. И в машину закрыли. Я ему дала еще рюкзак егошний, у него рюкзак, его егошний, его, вот у меня, блин, русский, это ужас, его рюкзак и это, и кепка тоже слетела с головы, я пошла, дала, они меня спросили, кто-нибудь знакомый есть или кто-нибудь знает этого мужчину, я говорю, нет, я говорю, он сам вышел, я видала, как он с магазина вышел и видала, что он так нагнулся, но я не видала, что он упал, я думала, он нагнулся, что-то поднять.
Я говорю, он никто с ним не был, короче, объяснила. И все, они дверь закрыли, и мы уехали. Потому что я не могла ехать, потому что это все сзади, ну, сзади меня, сзади моей машины было. Короче, вот такие дела. Ну вот, и приехали домой. Я быстро, не быстро, во сколько мы приехали? 3 часа? Нет, 3 еще не было, 2:30 было. Да, 2:30 мы домой приехали. И вот с тех пор я убиралась. И слава богу, я все сделала специально, чтобы завтра, потому что завтра мне работать с 6 до 10. Я знаю, что когда прихожу, мне ничего не хочется делать, потому что в субботу, как всегда, по правилам, ну, тяжело. Потому что мы одни женщины, и там надо распаковывать тяжелые эти овощи и фрукты. Я прихожу усталой, и уже мне тогда ничего не хочется делать. Поэтому я думала, сегодня надо мне обязательно закончить. Теперь в понедельник буду убираться наверху, на 2-м этаже. Но там не так много. Самое всегда... Мы живем практически на 1-м, наверху только спим. Ну и это ванная там. Это я буду делать в понедельник. Нет, не в понедельник, во вторник. В понедельник я тоже работаю, во вторник. Короче, вот такие дела. Ладно, все. Вот сегодня я снимала полностью на новую камеру. Оцените как. Вот то, что она не трясется, вот сейчас бы телефон вот так вот бы ходил. Даже еще сильнее, если я вот так с рукой снимаю. А так она вроде намного лучше, стабилизация. Очень мы довольны камерой и функциями, которые мы в телевизоре смотрели. На большом у нас большой огромный телевизор. И это качество хорошее вроде бы. Ладно. На этом буду заканчивать и пойду отдыхать, потому что очень-очень устала. Но я рада. Сразу так легко на сердце, когда все чистенько, вымыто, все на своих местах. Детей гоняешь, но все равно нужно убирать. Но они тоже участвуют, я их тоже, ну, они делают, каждому дают свое задание, они тоже помогают. Но все равно, большая часть на мне, конечно. Все, сейчас не успокоюсь, буду болтать. Все, до следующего видео. Всем пока-пока.